Всем привет, ребят. Вот прошло 3 месяца с того момента, как я, так сказать, удалил эту игру. И вот сейчас пришло время включить. Почему? Ну, потому что просто вспомнил, что оказывается Новый год. В игре отмечается тоже. И решил вообще посмотреть, как тут все это происходит. Вот. И так, я тут, естественно, уже все забыл. И толку... Мало того, что я зашел, ребят, хочу сказать, что я с 17 августа не играл в эту игру. И, вы знаете, где-то, может быть, в июле, в мае, когда только начинали говорить о десятилетии, или когда там начинали говорить о десятилетии ВГ, зашла речь о том, что если у человека два аккаунта, первый аккаунт был, ну, соответственно, на один там, вот у меня, допустим, как было в игре «Я лично» с 2011 года, то есть я в игре 9 лет, может быть, с 10 года, я даже точно не помню, возможно, где-то в 10 году, ну, то есть я в игре с самого начала. Я об этом написал этим, ну, как их назвать, я не знаю, вот чтобы, вот. Просто смотрите, я пришел такой, думаю, ну что ж, Новый год, новогодние там праздники, 3 месяца меня не было в игре, порадуюсь, меня порадуют чем-нибудь. Угу. Открываю, мне сразу подарки, 10 дней прем-аккаунта, 3 миллиона обычного серебра, и мне дали что еще там, ну какую-то эту шнягу, по-моему, 3000 бон, вот, какую-то вот, не знаю, надо оно мне, не надо. Вот, еще там, наверное, что-то. Ну, вы все знаете, что там давали, вот именно по этому вопросу. Дали какой-то танк. По-моему, это танк какой-то вшивый 7-го уровня. Я даже не знаю, где его сейчас искать. Если честно, что это такое? Новогодняя техника. Потом сейчас посмотрим. Да отвали, сказал. Вот, я не знаю, где его искать на самом деле. Что-то там было, типа бульдога 7-го уровня. Я говорю, спасибо, ребята, спасибо вам за то, что вы такие щедрые, блин. На десятилетие. Короче, я мгновенно, как только я вошел в игру, я мгновенно расстроился. Мгновенно. Вот просто по максималке я расстроился. Я не знаю, почему так происходит у этих товарищей, но вот как-то так оно и происходит. В общем, расстройство произошло. Причем я даже еще не играл. Я не знаю, что тут с елками. Вот начал смотреть свои танки. Танков у меня много. Я в эту игру вложил и душу, и много денег на самом деле. Но эти... Ну, как их называть? Хохлы, не белорусы, тоже как-то нет. Какие-то жиды, вот. Наверное, жиды все-таки буду называть. Ну и жиды, это не евреи, это вот именно жиды, белорусские жиды, вот эти вот, которые владеют этой игрой. Понимаете, им пикселей вот этих нарисованных для человека. Я им же писал, я им говорил об этом, что я 10 лет там или 9 лет в этой игре. Просто я, ну, не думаю, что... А, вот он, по-моему, вот эту вот чухню они мне втащили, блин, по-моему. Я просто не мог купить это говно. Чаффи. Супер Чаффи. Может, его выдавали? Я не помню, ребят. Уже 3 месяца прошло. Мне как-то... Это все мои танки. В общем, эти жиды мне дали какую-то херь. Я не знаю, как посмотреть. Честно, не помню. Вот. Не могу сейчас вспомнить. Может быть, вспомню. Ну, давайте посмотрим, что он тут хотел. Вот этот вот. Что это у нас такое? Давайте посмотрим личный жетон. Просто хочу еще посмотреть, как изменилась игра вот за 3 месяца. Что тут у нас? Давайте посмотрим. Надеюсь, он не будет нам браузер включать. Прям в игре все это сделать. Загрузка содержания. Кому это на... да. Главное, что я сейчас не могу отменить ничего, но... Не знаю, ребят, как-то... Давайте будем пробовать. Так, что-то началось. Ура! Поехали. Хотя изначально я, между прочим, хотел просто нарядить елку. Никакой игры, ничего. Ну, то есть не играть ни на танках, ничего. Так, ну, по всей видимости, скорее всего, уже можно нажимать.
А, он автоматически нажался. Давайте. Какое качество. Боже. Ну и что, покажи, что ты стоишь. Ну, будут жетоны. Ну что, спасибо, до свидания. Какая-то фигня, что это у нас. Ну все это про жетоны, в общем, это, наверное, неинтересно. И у меня вот, ребят, только есть вот такой какой-то обычный жетон, потому что их как раз внедрили в тот момент, когда я был, ну, блин, 2600, ну, я в игре, блин, 10 лет. Да. Крайне неприятно вот это то, что они не ценят, реально не ценят своих игроков, просто жиды. Поэтому уж извините, мастерство ничего. Короче, здесь у меня ничего нет. Все понятно. Давайте возвращаемся дальше. 10 дней прем-аккаунта, тоже смешно так. Денег здесь еще, естественно, в хранилище нет. Сюда можно по старинке добавить любую карту. Пока я не буду добавлять карту, я не помню. Честно говоря, просто не помню. Подарки. Где подарки брать? Ну, чтобы показать. Вот у меня 48-67. Ну, это все фигня. На самом деле, вся эта статистика, это такая нервотрепка. Я просто помню, как я нервничал, когда играл в эту игру. Абсолютно она того не стоит. И я вот 3 месяца, ну, вот просто смотрел некоторые свои даже видеоролики по поводу танков. И, ну, да, прикольно, в принципе, но, блин, что это у нас такое? Они предлагают нам купить 4000 рублей. 1800, да, они больные. Неужели кто-то покупает такое? Ну да, я же в свое время купил достаточно много такого барахла. 40, по-моему, у меня 30 единиц техники. Около 30 единиц премиум техники. Ну, в среднем, если считать, по 2000 рублей, ребят, то это... Можно было купить элементарно нормальный iPhone, самый крутой, какой хотите. Так, давайте посмотрим. По-моему, немножечко уменьшилось здесь. Лев стоил, по-моему, 12, что-то такое. Ничего не изменилось за 3 месяца. Что может за 3 месяца измениться? В этой игре ничего. Ну, только я хочу сказать, что если бы я остался в этой игре, скорее всего, да, то у меня бы сейчас жопа бы горела очень сильно. То есть я бы потратил еще много денег на, скорее всего, там, 10 тысяч, может быть, потратил на эту вшивую игренку. Так, вот это что у нас? Это он и есть, да, какой-то супер. Вот эти какие-то квадратики здесь, оборудование, что-то добавлено, непонятно зачем. Не, я помню новые фишки какие-то, но... Так, казарма, ну блин, а... исследование тоже не то. Это все фигня, это все мелочи, магазин, склад. Может быть, на складе есть вот эта подарочная хрень. Кстати, я так и не получил. Вот у меня бонов 16 тысяч. Интересно. А могу ли я что-то получить? Вот за боны можно получить вот этот танк. На самом деле, помните, был какой-то момент, где можно было получить вот этого танка с узкой башней. Вот этого я зря купил. За 12 тысяч бон купил, по-моему. Вот это вот. ФВ, да, 215Б. А потом его продавать, а он стоит, по-моему, 1000 серебра. То есть эти жиды даже здесь не могут. Ну вот человеку не понравилось, но продайте хотя бы за 6000 тех же самых бон там, или за золото, я не знаю. Нет, они продают за 1000 серебра. Но я не знаю, кто были у них матери, там, отцы, в какой нищете они жили, если так они сейчас своих игроков ничтожно мочат. Ну, ребят, тут нечего даже покупать за мои 16 тысяч бон. Я хотел купить вот этого вот второго танка, который у меня был. Давайте посмотрим, сейчас у меня в ангаре. Значит, вот я не помню уже, как называется, вот он, по-моему. Чарфутур, да, ребят.
Вот этот танк у меня был, я его забрал, и можно было еще забрать. Сейчас мы пойдем в компанию и посмотрим. А вот такой вот он у меня молодец, такой он у меня красавец. А, правда, он какой-то слишком яркий. Давайте, вот у нас здесь компании, по-моему, да? Нет, это были не компании. Да как же так-то? Там же как-то можно было пройти. Что-то еще восстановить здесь можно. А, Т-55А. Блин. Ну, на самом деле, конечно, бредовая херня. Какие-то здесь еще. А, это у меня. Как они называются? За деньги, которые продавали. Камуфляж там и все такое. Это боевые задачи. Все, нафиг, нафиг, нафиг. Нет, не вот эту я имел в виду, конечно. Нет. Это были у нас. А, может быть, не случайный бой, а вот ранговые бои. Вот, сейчас посмотрим, ребят. Давайте посмотрим. Но там жетоны именно надо было собирать, жетоны. Вот смотрите, второй сезон завершен, да? Давайте, об этом идет речь вообще или нет? Сейчас посмотрим. Итак. Вот этот Шарфутур, он был. Шарфутур или Чар. Что-то, блин, как-то язык ломаю. Здесь, не здесь. Сейчас найдем. Наверное, все-таки в наградах, потому что это информация. А, вот. Видите, можно было. А что, никак? Нет, это не тот танк, это другой танк. У меня всего два. И я могу себе, наверное, что-то какое-то или ничего не могу. А что она не работает нифига? Очень интересно. Это я не могу. А, тут что-то может нарисоваться. Где ярлычки, где описание? Это нужно 15 этих шевронов, чтобы забрать эту штуку. Это в 9, это 6, а вот это 3, наверное, да. То есть я даже ничего не могу сделать, ну, потому что вместо ранговых боев поставили какую-то херню, ну честно, такой бред поставили. Какую-то детскую вообще, не знаю. Какие-то стрелочки, надо было к этим стрелочкам ехать. Ну, в общем, последнее видео там одно есть, можно на него посмотреть. Что это у нас такое? А, я еще хотел вот этого, да, смотрите, какой он прикольный. А это что у нас? Это у нас, здесь у нас просто, давайте посмотрим. Но это же пробоны, да, у нас говорят. Это у нас подходит для 100 ЛТ. А вот это что? Да, вы гоните. Нужно еще 4000 бон, чтобы купить вот этого танка. Ну, хотя мне-то он, в принципе, уже не интересен. Тогда, когда я играл, я, в принципе, получал от этого удовольствие. Но нет, сейчас нет. Сейчас у меня такого желания нет. Париться каждый день. Какие-то бои. Не-не-не, спасибо, не надо. Заверните обратно. Ну, в общем, заходишь, когда через какое-то время, вот через 3 месяца, ничего. Давайте посмотрим елочку. Новый год все-таки очень скоро уже, слава богу. Давайте попробуем, что это у нас такое. Честно говоря, я не помню, как тут играть. Елочку надо наряжать, скорее всего, да. И давайте посмотрим, что. Ну ладно, давайте попробуем открыть. Вот у нас купить и открыть. Я у вас покупать ничего, друзья мои, не буду. И никому не советую. Так, ну что видно, изменили они. Комнату какую-то нарисовали, да, и вот какие-то вот такой вот, ну, неплохой совсем, я хочу сказать. Ну, нет, ну рисовать-то они могут, картинку привлекательную сделать могут, конечно, но, ребят, как-то стремновато. Здесь у нас украшение какое-то в виде, это конус и малый ремкомплект, и еще какая-то херня. Так, давайте другую коробку. У нас всего 10 коробок, поэтому будем мучиться. Украшение 4 уровня, 2, стол.
А вот такой и ручной огнетушитель. Все, да, как эти жиды изначально делают. Вот, какое-то первое учебный материал для кого-то. Опять же, первой степени. Очередной ящик. Я не знаю, что здесь такое. И опять же, смотрите, 10 каких-то тысяч. А, это кредиты какие-то. Так, а что у нас здесь за кредиты? Мне интересно. Я что-то не помню такой валюты. Она, наверное, появилась недавно. Основная игровая валюта зарабатывается в боях или приобретает. То есть это получается не кредит, это серебро получается обычно. Или что? Так, коробок в наличии 6 или 5. В общем, не имеет значения, сколько тут коробок. Предбоевая инструкция. Я вот такого не видел, не помню. Кстати, вот такие вот фонарики делали сами в школе. Круто. Красиво, красиво, красиво. То есть именно ради этих воспоминаний, именно ради этих приятных чувств я и вернулся вот в игру, в частности, сегодня. Но на самом деле я могу ее просто абсолютно спокойно сейчас закрыть, не играя. И на этом все, и еще на полгода забуду. Открывается очередная коробка, у нас тут украшения, столбы, опять 10 тысяч каких-то монет. В общем, конечно, очень неприятно, что у меня на аккаунте поставили 7 всего лишь дней, ой, 7 лет вместо 9. Я просто не знаю, мне кажется, что если 9 лет или 10 лет в игре, то тебе дадут какой-то танк не 7 уровня уж точно. Ну давайте возвращаемся. Вот у нас какие-то есть штуки. Что-то у нас здесь уже есть. Это что? Это что означает? Вот это что? Нажмите и получите 2,5 кредита. Так, ладно, давайте посмотрим. У нас здесь... Я выбираю вот эту вот. Ух! Дальше у нас должно быть много гирлянд. Ну и мы берем красный, естественно. Давайте посмотрим, как белый выглядит. А синий? Все это второго уровня. Вот эту я возьму, да. Давайте дальше. Здесь у нас... Давайте белого. Или красного. Как-то перебор какой-то непонятный по цвету. Так, ну игрушечки. Четвертый уровень. Ух! Сейчас мы перейдем вообще в новый этап. А, по-моему, здесь больше ничего нету. У нас здесь есть еще четвертого уровня. А мы можем подвинуть как-то? Что-то я не понял. Так, мы перешли на второй уровень. И нас поздравляют. Нам дают какую-то шнягу непонятную, бесполезную. Все, что ли? Поиграли? Так, теперь у нас вот здесь, застолье. Мы ставим свечку. Или что там, скатерть. Голый стол, мужики бедные там. Чай гоняют. Самовар. Ну, как-то не очень им повезло сегодня. Давайте посмотрим на вот эту вот байду. А где она? А, во. Ну, так смотрится прикольно, кстати, да, вот эта вот штука. Чему бы ее не сделать, чтобы рассмотреть можно было нормально. А давайте еще раз попробуем вот так вот сделать, только другую. Не-не-не, это советская какашка какая-то. Das ist natürlich. Это хорошо. Теперь давайте перейдем к зданию. А здание у нас и так есть. Ну, хорошо, ладно. Хорошо. Я прямо это и хотел делать. Теперь переходим к инсталляции и будем делать либо Карла Маркса. Ну, это явно не богатырь-призывник. Это Карл Маркс, явно. Но мы сделаем с вами воина. Искусного воина. Теперь мы переходим
Но это было в прошлых годах. Не особо понятно, зачем здесь у нас предлагается это. Ну, явно не Китай, да? Какая-то деревня явно вообще восточного типа. Не Россия, 100%. Почему тут китайский воин, непонятно. Освещение. Освещение у нас исключительно первого уровня. Вот такие вот фигнюшечки, фишечки. Хорошо, давайте дальше. Обустроим дворик. Опять у нас первый уровень. Все, зажгли, все красиво. Попробуем другого цвета. А что-то мне, по-моему, беленькая больше нравится. Да, мне вот это больше нравится. Теперь давайте... Ну да, смешно. И здесь у нас третьего уровня есть фейерверки. Ура! Ура, ура! У нас еще какой-то там товарищ играет музыку. Прикольно. Ну и давайте дальше. Тут вроде какой-то мужик. Чак Норрис, что ли? А, задачи Чака. Ну-ну. Ну-ну. А девочек нет вообще никаких. То есть они здесь должны... Естественно, они же не должны внутри стоять, да? Они должны здесь стоять такие, как... Уж извините. Как проститутки на подножке рядом с дорогой. Вы подъезжаете, а тут такие раз, два, три, четыре. Круто. Офигенно придумано. Так, коробкам. Коробок у нас уже нет, поэтому все. Выходим отсюда. Так, у нас еще вроде как елка там была. Подождите, подождите. Сейчас все равно один разочек сыграем, наверное, посмотрим. Так, что с елкой не так? Вроде... А, вот здесь что-то у нас есть. Уху! Какая-то фигня случилась, произошла, непонятно. Не, ну что, красивенько. Я люблю такие картинки. А вот еще, подождите, блин, да что ж такое? Быстро так я переключаюсь. Там, видите, у них еще и площадь есть. Что-то с площадью есть, почему-то. Тут ничего, какие-то осколки. А, вот этот коллайдер. Боже, как оно все глючит. Давайте сделаем осколки. Здесь все как обычно. Выбрать все украшения. Да, вот они выбраны. И делаем вот так, хоп. И теперь переходим, как обычно, в коллайдер, шоколайдер. И делаем... Да пофиг. Делаем вот так вот. Вот так делаем. Есть у нас только бабок, я не знаю. Да, какой-то заяц у нас получился. Все, теперь мы возвращаемся на площадь и вешаем этого зайца на елку или куда. Ага, вот как это будет выглядеть. Где у нас? То есть у нас теперь здесь стоят зайцы. Офигеть. О, что-то у нас тут третий уровень. Неплохо. Значит, у нас какая-то Виолетта. Имя Виолетта — это самое херовое имя на самом деле. И кто она у нас? Выдавалась в награду за достижение определенного уровня атмосферы праздника в рамках... Новогод... Так, у девушки-танкиста, боевое братство, все понятно. О, у нас здесь еще вот эти штуки дают. Ничего себе. И вот эти штуки. С помощью этих штук я что-то, помню, делал. Давайте вернемся туда. У меня сейчас 4,5 миллиона серебра обычного. А, это и есть кредиты. Ясно. И вот эти вот боны бесполезные. Интересно, что сейчас за танки и как вообще ведутся. Я буду играть на этом танке Шарфутюр. Сейчас, наверное, сыграю разок. И удалю игруху. Скорее всего так, потому что ну вообще не заводит сейчас ничего в этом плане. Значит, надо победить в бою. Но не так. Я что-то еще хотел только что. Что-то еще.
Да, вот, смотрите. Надо нажать сюда и посмотреть, сколько у нас. Итак, российских, вернее, советской техники. У нас конкретно советской, а вот это было универсальный фрагмент, да. И каждого, вот допустим, чтобы открыть, ну, у меня все открыто, в принципе, здесь абсолютно все, просто я потерял эти танки в связи с жидовской программой этих белорусов, связанной с черным рынком. То есть реально бесполезная херня этот черный рынок, и я в нем никогда участвовать больше не буду. Дальше смотрим, что у нас здесь. Давайте посмотрим немецкую технику, сколько у нас по немцам. 100 фрагментов немцев и, ну да, 15, оно постоянное число. Интересно, сколько стоит вообще сама техника? Я честно говоря, не по... А, 6 миллионов, да? Ну вот он стоит 6 миллионов, маус или гриль, да? А у меня всего 4,5. Да, круто. И здесь у меня еще какие-то 84 этих штуки, фишки. Так, делаем один бой. Ну, в общем, все понятно, особо ничего не изменилось, просто какие-то там добавочки. Пробуем, ребят, смотрим, что из этого у нас получится, как мне зайдет игра, не зайдет. Давайте посмотрим, а там уже я решу, удалять игру или нет. Потому что изначально, ну, как-то оно абсолютно не вызывало у меня никакого приятного ощущения, уж точно. А же ж мы так замечательно долго играем. Да, еще, по-моему, оказалось, что у меня оперативной памяти мало. О чем мы так долго тянем? Офигеть. Это у меня комп так тупит или что? Непонятно. Или игры стали такими прям невыносимо тяжелыми. Не, ну реально, чем мы висим уже полчаса? Охренеть. Ладно. Пошла загрузка вроде. Сейчас прихожу в игру, захожу в игру, а там уже последний боец такой убегает. Классная игра, да, вообще супер. Мне очень нравится такой неподвижный экран, такой замечательный. Классно, классно. Загрузка интерфейса. Супер игра, блин. Я-то думал на самом деле, что мне хоть какой-нибудь там танк, может быть, интересный дадут, там, 8-го уровня, там, может быть, что-нибудь предложат, потому что я не... Ой, блин, мне еще эту сраную карту дали, этот сраный вертолетный, что там это, ихняя Беларусь, блядь, извините за мой французский. Я терпеть не могу эту карту, отвратительная, просто отвратительная какая-то карта жуткая.
Так, ушки, ну что, все, опять эти связь потеряна. Все круто. Играем мы. Игра просто ауенная. Просто опупенная. Просто игра вообще зачетная. Класс. Я прям обожаю такие фишки в этой игре. Да. Угу. На самом деле, самая отвратительная, наверное, карта в этой игре, то, что есть. Я выбрал Шарфутюр. Блин, я даже забыл, как его правильно называть. Ну и что? Ужас какой. А мы еще и не едем, ребят, прикиньте. Все настолько круто. Где мышка? Поехали. Супер, вообще класс. Классно играет. Главное, я играю, а не хрена. Все. Все, ребят, класс. Супер. Я первый раз такое вижу. Говнище. Загрузка интерфейса. Она еще это. Я уже управляю причем всем процессом, а загрузка интерфейса идет. И я не могу выйти из этого говнища. Я нажимаю на Escape, а выйти я не могу. Ну и как я говорил, да, 3.11 мы выиграли. Да, конечно же, мы все проиграли. Я вот пытаюсь что-то сделать, но ничего не делается. Ну, нормальная игра, ребят, все нормально. Скоро, насколько я понимаю, она вообще кончится. Ну, для меня уж точно. Ну что, друзья, на этом все. Спасибо вам большое за то, что смотрели этот бред. Я думаю, что нужно уходить из этой игры всем. И я точно на том же месте остановился, как и 3 месяца назад. Я всем вам советую отвалить из этой игры, вообще не чувствовать ничего к ней, расслабиться. И просто получать хорошее настроение от нормальной живой жизни. Всем желаю, ну вот реальной жизни, которая у вас за окошком, даже зимой. Всем желаю хорошего настроения. Увидимся. Пока. А я попробую что-нибудь сделать с этим говном.